Владимир Владимирович, я люблю своих маму и папу. И я не хочу, чтобы их убивали. Я хочу, чтобы это мама и папа жили. И я хочу, чтобы мои братики были живы. Олег, Никита, Дима. Чтобы их никто не убил и не забрал. Я хочу, чтобы был мир. И я хочу, когда вырасту, разводить лошадей. Это мой дедушка, который служил в русской царской армии. Это мой другой дедушка, который погиб в Карелии. Это мой третий дедушка, который воевал с немцами 7 лет. Я не хочу, чтобы была война, чтобы не погибли мои 2 брата и сестра. И я не хочу, чтобы погибли мои родители, бабушка, дедушка и все мои остальные друзья. Я не хочу, чтобы мой украинский папа стрелял в русского папу. И я не хочу, чтобы русский папа стрелял в украинского папу. Я прошу, я Господа молю. Мне подарков почести не надо. Только пусть живут тех, кого люблю. И всегда со мной будут рядом. Мы дети против оккупации. Мы за мир. Уважаемый Владимир Путин, защищать нас не надо. Лучше приезжайте к нам летом без автоматов. Дети против войны. Владимир Путин, не допускайте войны. Мы молимся за вас. Все дети Украины хотят жить мирно. Саугаини. Папа, мама, люблю. Уважаемый Владимир Владимирович, я вас очень уважаю как человека, но я очень не хочу, чтобы вы начинали войну. Пожалуйста, не начинайте войну. Я хочу стать очень профессиональной флейтисткой. И, может быть, когда-то вы посетите мой концерт. Мы против войны. Я не хочу быть сиротой. לטוף את הבוער שם מעבר לגדר להרגיש לא רק לגעת אל תחשיך כל צעקה שבוקעת מכאב גובר שם מעבר לגדר השומר בתן חלום לחיים ולשמחה ולשלום שומע תפילה.